Добро пожаловать на главное событие Лягушачьего королевства — Олимпийские игры. Этот год особенный, ведь в качестве награды победитель получит в жены принцессу. На старт! Внимание! Марш! Каждый год они выбирают лучшего. Но на этот раз тех, кто решил побороться за сердце принцессы, ждет большой сюрприз. Не люблю я сюрпризы. В расписании нет никаких сюрпризов. Не хочу я замуж, я хочу свободы! А? Неожиданное заявление-то. Теперь... Помни наш план. Мы регистрируемся среди участников как парочка простых парней. И когда мы выиграем, я выйду замуж за того, за кого захочу. Чтобы опередить женихов... Слушайте сюда, доходяги. За эти три дня я вам покажу, как становятся настоящими олимпийскими чемпионами. Я больше не могу, я хочу домой, к маме. Ей придется поднапрячься. Будем качать железо, упражняться. Только так можно победить. Извини. Смотри, куда садишься. Вот это хук правый. Готовься. Сегодня тренируем желудки. Ненавижу змеи. Есть от чего разозлиться. Я столько ждал, чтобы отомстить королю лягушек. Меня не испугать. Не приближайся. Да начнутся игры. Похоже, наши игры обречены, если только вдруг не появятся какие-нибудь герои и не спасут нас. А? Героев вроде вот этих? Ты готов к битве? Еще как. У каждой лягушки... Эй, никому на свете не позволено есть лягушачьи лапки. Я еще ни разу в жизни не видел такой храброй лягушки. Он его сделал. Бывает свой звездный час. Не нужна мне никакая свадьба. Все, что мне нужно, это друг. Лучший друг. Это так не по-лягушачьи! Анзай! Вот это поцелуй. Это было потрясающе. Я буду сама решать свою судьбу. Давай уже, приземляйся. Ты такое раньше видел? Дочь пропала, мы остались без главного приза Олимпиады. Может, меня переодеть в принцессу? У нас фигуры один в один. Принцесса-лягушка. Не стесняемся, фотографируемся. Снимки потом будут отправлены принцессе. Как вам лицо будущего короля? Бедная принцесса. Смотрите в кинотеатрах в 3D и 2D.